Ребята, всем привет! Это «Большая Балашиха. Трансформация». Меня зовут тренер Виктор. С сегодняшнего дня мы будем вместе готовиться к лету. Будем ускорять обмен веществ, то есть делать так, чтобы было меньше жира, больше мышц. Сегодняшнюю нашу тренировку мы начнем с разминки, которая будет состоять из двух частей – кардиоразминки и суставной разминки. Кардиоразминка может состоять как из бега на беговой дорожке, так и на велотренажере. Все зависит от вашей формы. Если мы решили бегать, то это где-то 5-7 минут в среднем темпе, чтобы не утомляться, но в то же время разогреться. Побегали немножко, сейчас приступаем к суставной разминке. Разминка всегда начинается сверху вниз, с головы до ног. Упражнение «Жим ногами» выполняется на данном тренажере. Занимаем исходное положение, сидя на нем. Крестец обязательно должен быть прижат. Ноги расположены по центру платформы. Мыски слегка развернуты в сторону, а ноги расставлены на ширине плеч. Когда мы заняли исходное положение, мы облокачиваем голову, кладем ее на тренажер, снимаем с фиксаторов. Фиксаторы убираем, начинаем работать. Работаем не глубоко, таким образом, чтобы у нас не округлялась спина. Когда мы опускаем на себя платформу, мы делаем вдох, при подъеме делаем выдох. Выпрямлять колени до конца нельзя, ни в коем случае, чтобы не блокировать сустав и не переносить на него всю нагрузку. Это упражнение направлено на проработку мышц бедер, ягодиц. В целом ускоряет обмен веществ, так как ноги – самые крупные наши мышцы. А сейчас мы будем выполнять упражнение гиперэкстензии на данном тренажере, которое предназначено для проработки всей задней цепи, а это задняя часть бедра, ягодицы и укрепление мышц поясницы. Одним из ключевых упражнений для нашей физической формы является отжимание, которое предназначено для проработки передней части плечевого пояса. Начинаем движение вниз со вдохом, вверх с выдохом. Вниз мы стараемся опускаться максимально низко. Чем сильнее атлет, тем глубже он должен опускаться. А сейчас мы переходим к следующему упражнению в нашей подготовке. Будем выполнять подтягивание на данном тренажере, который называется гравитрон. Оно необходимо для проработки мышц спины, мышц широчайших, нижней части трапециевидных, бицепсов и длинной головки трицепса. Финальным упражнением сегодняшнего комплекса является обычное скручивание на пресс. Вариантов этих скручиваний очень много, все зависит от физической формы и подготовленности атлета. В данном случае мы рассмотрим вот один из таких вот вариантов. Полный подъем. Если физической силы недостаточно, мы можем просто слегка приподнимать лопатки вверх. Все упражнения комплекса нужно выполнять в многоповторном режиме от 10 до 20 повторений. Тренировку следует заканчивать кардионагрузкой. Таким образом достигается максимальный метаболический отклик. На сегодня наша тренировка закончена. Занимайтесь правильно, не жалейте себя, и все у вас получится. Ждем вас на трансформации. До новых встреч!